Итак, мы проехали перевал, спустились в Сай-Петре. Попали, значит, на такую ярмарку. Село Соколиное. Первое после перевала. И вот остановился поснимать. Ох, не успел. Давай, сынок. Только что. О, молодец. Специально для наших телезрителей. Давай еще чуть покушай. Пока я разговаривал, она перестала кушать. Спасибо, мы уже вышли с этого возраста уже. Когда привезем внуков своих, обещаю. А когда это? Ну, должны приехать они сейчас. Не, сзади не ходи. Ой. Да, сзади нельзя, что ногами бьет, да? Может. Может ударить ногами? Ну, хорошо, спасибо, будем иметь в виду, благодарю вас. Визиточку надо вам? Да, давайте визитку, а как же? Дай визитку. Не нам, так другим мы дадим. Спасибо, моя хорошая. Желаю тебе она хорошо учиться. Самое главное. Ну, я понимаю, что она тут самая-самая. Визиточки. Конные прогулки по долине Бельбек. Бахчисарайский район, село Соколиное. Экрем и номер телефона. Значит, для справки. На лошади. На коне, на лошади. 500, на ишаке 300. Один круг вот по этой долине, поляне. На сегодня такие расценки. Ну, а мы подошли к ярмарке. Сейчас посмотрим, что тут у нас продают. В общем, ручная работа. Ручные поделки из дерева, из глины. Мед, орехи. Молоко, сыры. В общем, я глотаю слюни, отключаюсь, буду пробовать. Всем спасибо, продолжение следует. Подскажите, что может стоить такая табуретка? Оля, сколько это табуретка? Какая? Ну, примерно. Это 4, это ясень. Хорошо, спасибо, будем иметь в виду маленькая табуреточка слева из ясня, стоит 4 тысячи. Разных глиняные горшочки 400 рублей штука. Это шоколад на меду. Какао утертое, мед основа шоколада. Тут идут специи 20, наверное. Потом идут травы. Короче, крымские. Домашний шоколад. Домашний, настоящий, авторский шоколад. С имбирем, с мятой, солью, с чили и чабрец. Крымская лаванда. Крымская лаванда. 200 рублей, батон 100-граммовый. 100-граммовый. Спасибо вам большое. На здоровье. На здоровье. Супруга приобрела это, мы так, чтобы вам записать. С малиной. Так, ну мы двигаемся дальше. Продолжение, так сказать, следует. Если брынза. Да? Хорошо. Сколько стоит? Ну, надо посмотреть. Вот сейчас я продавала 180 рублей. Они не очень большие. Поэтому... Какой будешь покупать? Что это такое? А вот это кто просит? Это вот девушка стоит и ждет, и говорит, меня игнорируют все. Не, она своему доктору говорила. Итак, движемся. С перевала Соколиного в сторону Бахчисарая. Остановились немножко поснимать. Увидели верблюда, который пасется в степях Крыма. Вот он, верблюдик. Если серьезно, то увидели большой развлекательный
парк аттракционов, даже зоопарк написано, прогулки на осликов и так далее, на верблюде. Движемся дальше. Проезжаем маковые, так сказать, поля. Итак, к 8 часам вечера добрались до Евпатории. Выехали в 12 через перевал, через Зайпетри, через Бахчисарай, через Соколины, через другие туристические местечки. Попали в город Евпатория, которому 2500 лет. Справа степи, железная дорога. Впереди Евпатория. Слева Черное море.